Лучшего представителя среди усато-полосатой братьи выбрали на днях в Уфе на выставке кошек, которую организовала Фелинологическая федерация Республики Башкортостан и клуб любителей кошек «Фаворит Лайн». Кошки приехали из различных городов России. Выставка международного уровня. Сегодня на ветконтроле ветеринары наши отметили, что присутствует 223 животных из разных городов России. Эксперты у нас представлены, все судьи международной категории имеют статус All Breed, то есть имеют право судить все породы. Приехали из различных городов, таких как Анна Рудакова, это вице-президент ВЦФ. Также у нас Ирина Мурашова, эксперт из города Омск, и Ольга Грусть, эксперт из города Новосибирск. Ну, стабильно много на выставках, естественно, мейн-кунов сейчас во всем мире. Это, наверное, порода номер один по популярности везде. Вот, если раньше как-то заминались некоторые европейские страны, то сейчас это 100% лидерство мейн-кунов. Касаемо полудлинношерстных пород, естественно, здесь очень сильная группа американских кёрлов. Невероятно большая, тоже сильная группа. Правда, она была не сегодня у меня на экспертизе, это британцы. Также особо запомнились, наверное, это тайская группа и группа сфинксов. Боюсь ошибиться, но больше 30 пород представлены. Это такие пользующиеся большой популярностью породы сейчас. Британская, мейн-куны, шотландские, как вислоухие, так и страйты. Канадские сфинксы, большое количество. А также более очень много редких пород, так как сомали, священная Бирма, экзоты. Значит, русские голубые. Очень много редких пород, которые редко выставляются и бывают на наших выставках. Порода кошек называется «Священная Бирма». Она совершенно недавно появилась в России, буквально последние 10-15 лет. Очень редкая пока. А это кошки, выведенные в 20-х годах прошлого века. Вообще эту породу я 10 лет назад узнала по книжке, и вот тогда я себе пообещала, что когда-нибудь она у меня будет обязательно. Ну вот, мечта исполнилась. Ну а самое приятное для зрителей – это не только возможность увидеть лучших представителей различных пород, но и приобрести себе вот такое замечательное чудо.